главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Будущее Харьягинского СРП обсудили губернатор округа Игорь Кошин и генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов. На встрече шла речь о возможных решениях для оптимизации нефтедобычи на месторождениях Харьягинского СРП. Также Сергей Кудряшов побывает на промысле совместного российско-вьетнамского предприятия «Русвет Петро». Визит топ-менеджера начался с совещания у главы региона. Мы с вами, собственно говоря, на протяжении 2 лет на регулярной основе снижали затратную часть оператору, предыдущему оператору, поэтому сегодня в курсе всего происходящего. В августе компания «Тотальразведка-разработка России» передала функции оператора Харьягинского СРП компании «Зарубежнефть-добыча Харьяга». В фокусе внимания нового оператора – стабилизация уровней добычи и сокращение неэффективных расходов. С 1 августа план выполняется. Ни одного инцидента не произошло на объекте. Планово заменили ряд специалистов. И на сегодняшний день, в общем-то, предприятие «Зарубежнефть-добыча Харьяга» оно полностью интегрировано в нашей компании. Мы будем посещать в эту поездку как наше предприятие «Русвет Петро» и недалеко от него находящееся теперь Харьягинское месторождение. Мы надеемся, что в эту поездку нам удастся найти какие-то решения, в том числе, которые помогут в решении проблем, так скажем, округа в плане налогов и дохода от Харьягинского СРП. Харьягинское СРП – это одно из 3 действующих в России проектов, реализуемых на основе соглашения о разделе продукции. Данное соглашение вступило в силу в январе 1999 года.